Добрый день, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам о том, что в минувший четверг, 21 марта, Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. Она ушла из жизни в возрасте 38 лет. Эта смерть стала шоком для всех без исключения. В самом расцвете сил талантливая. Последние годы на долю Началовой выпало много бед. Обострилась подагра, из-за которой руки и ноги покрылись страшными шишками, диагностировали сахарный диабет. Недавно певица, ко всему прочему, победила рак. Лимфому врачи обнаружили на ранней стадии. Причиной кончины стала трагическая случайность. Юля не придала значения ранке на ноге, которая спровоцировала в дальнейшем заражение крови, гангрену, а потом и кому. Врачи несколько дней боролись за жизнь Началовой, но не смогли ее спасти. У артистки осталась 12-летняя дочь Вера. Для нее уход мамы стал полнейшей неожиданностью. Когда певицу госпитализировали, ничто не предвещало такого исхода. Ребенок был с одноклассниками за границей. Близкие до последнего надеялись, что Юля поправиться. Специально ничего не говорили девочке, чтобы не травмировать психику ребенка. Грустную новость Вере сообщил ее отец, футболист Евгений Алдонин. Жить наследница, правда, будет не с ним, а с бабушкой и дедушкой. Такое решение было принято совместно. Началова нашла покой на погосте, где место стоит 1 300 000 рублей. Но ей его выделили бесплатно. Друзья-артисты всеми силами поддержали семью Юли, в том числе и финансово, написали письмо правительству Москвы. Проститься с певицей пришли сотни поклонников и десятки коллег по сцене, в их числе Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов, Влад Топалов. Она светилась на сцене, когда пела, поделился Киркоров. Самое главное – те эмоции, которые сейчас переживают родители. Хоронить детей – страшное горе, особенно когда ими любовалась вся страна. Юля побеждала на детских конкурсах, пела, гастролировала по всему миру. Она была востребована, ее обожали. Ей бы еще творить и творить. Федя Васильевич, расскажите, но большая потеря для всей страны и для шоу-бизнеса. Вот, что вы сейчас чувствуете? И что, наверное, сказали родным? Микрофон хотел говорить, что чувствую я, потому что это вполне объяснимо. Беда, и когда знаешь человека, дружишь с ним, пусть даже не часто. Мы, может, общались не так, как бы этого, может быть, хотелось, но в силу профессии было бесконечное уважение, восхищение этой красивой, талантливой, очень доброй девочки, которая жила музыкой, светилась на сцене, когда пела. И самое, что сейчас вот в голове, это то, что переживают родители. Вообще это страшное горе, когда родители хоронят детей. А когда это вот такие дети, когда вся страна любовалась, слушала ее песни, любили ее. Она побеждала на детских конкурсах, она пела, она выступала, она гастролировала по всему миру, она была востребована, ее любили. У нее замечательная девочка, дочка, у нее семья красивая. Что-то в жизни получалось, что-то не получалось, но это жизнь, у каждого она своя. Но она жила сценой и музыкой, ей еще творить и творить. Ей даже 40 не было, да ей никогда не скажут, что ей 38, она столько всегда выглядела. Мало кто знает, что открыл новую юную Началову актер Валерий Боровинских. Много лет их семьи дружили. Как-то он показал первые записи Юли телеведущему Юрию Николаеву. И понеслось. Утренняя почта, утренняя звезда. Валерий сыграл главную роль в дебютном клипе певицы «Учитель». У артистки было много интересов. Она мечтала когда-нибудь сыграть в музыкальном спектакле,
даже пробовалась на одну из ролей в легендарном мюзикле «Метро». Но, к сожалению, ей не удалось пройти кастинг. В последнее время семья звезды жила достаточно скромно, Юлия была не сильно востребована. Но она никогда не просила помощи, не жаловалась и не становилась участницей громких скандалов. Записывала песни, принимала участие в съемках программ и надеялась, что ее звезда еще засияет. Увы, не успела, теперь она светит с небес. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях под этим видео, если оно вам понравилось. А если не понравилось, тем более. Не забудьте подписаться, если еще не успели, нажав на колокольчик. Ждем вас на следующих премьерах. Всем счастья и здоровья. А близким и друзьям Юлии Началовой выражаем соболезнования.